Ничего не получается, видишь? Ты опустил руки после 8 попыток? А сколько я должна это делать? Сколько потребуется? У меня ничего не выходит. Продолжим позже. С маятником у тебя тоже сначала не выходило. Геральт, прошу тебя. По сравнению с этим маятник — легкая прогулка. И вообще не в этом дело. А в чем? Авалак говорит, что ничего не выйдет, пока я не перестану думать о битве. А мысли о котятах и ванильном пудинге в голову почему-то не идут. Скажи, как ты это делаешь? Что? Что бы ни происходило, ну что угодно, ты всегда умеешь взять себя в руки. Есть один старый способ. Меня ему научил Весемир, а его бармен. Отведешь меня в горы и напоишь отваром шалфея? Друиды Скеллиги использовали его веками и весьма успешно. Пожалеешь. Эй, ты жульничаешь? Капуша. Я тебе покажу. Сначала догони. Шутки кончились.
Ты был прав. Помогает. Спасибо. Всегда пожалуйста. Ну, что теперь? Посмотрю, где там наш драгоценный знающий.